Всем привет, с вами Сергеич. Недавно я купил себе Kinder Surprise. Kinder Surprise был необычный. Он был с картинкой, как бы Маши вот, и медведя. Может, вы разглядите, вот, чуть-чуть порвал Машу. Прости, Маша, я тебя чуть-чуть порвал. Да, и я как бы думал, что, ну, в Kinder Surprise с картинкой Маши и медведем там должна быть или Маша, там, или медведь, или волк, вот в этот. А мне как бы попалась вот такая вот машинка. Вот она. И знаете, в чем прикол этой машинки? Прикол в том, что когда как бы нажимаешь на кнопку, она как бы не едет. Машинка, да? Вот. И она как бы едет. Но здесь на картинке она очень быстро, вот, то есть ты жмешь, и она очень быстро разгоняется. Да, что аж там ветер очень сильный. А здесь как бы... Все, это все. Ну и я не знаю, почему эта машинка была в Kinder Surprise Маши и Медведи. Почему вот всегда нам врут? Почему она не едет, как на картинках? Не, я долго думал, конечно, может быть, она сломана или что-то еще. Но нет, она не сломана, она должна так как бы ездить. То есть, и это вся ее скорость, то есть, как бы быстрее никак. Если там очень сильно нажать, то она просто